Помимо наращивания инвестиционного капитала и притока новых вливаний в экономику Дальнего Востока, руководство страны озадачило наращивание капитала человеческого. О том, как удержать существующий уровень населения, привлечь новых людей на эту территорию и улучшить качество жизни, говорили на сессии, посвященной демографическим вопросам в рамках Восточного экономического форума. Стас Михайлов продолжит. Не секрет, что проблема оттока населения с Дальнего Востока является одной из основных на повестке у правительства страны. Как неоднократно заявляли министры по развитию Дальнего Востока и полпред, все те меры, которые сегодня применяются для развития экономики, это ТОРы, закон о дальневосточном гектаре, в первую очередь направлены на людей. При существующем уровне населения 6 200 000 человек, в планах Минвостокразвития увеличить эту цифру до 2025 года до 6,5 миллионов человек. Речь идет о том, что дополнительно 300 тысяч человек должны появиться на Дальнем Востоке. Откуда? Здесь я полностью согласен. Мы с коллегами смотрели. Действительно, если трезво оценивать ситуацию, то это в первую очередь миграционный приток и сокращение смертности. Вместе с тем, председатель Госдумы по региональной политике отметил, что при формировании таких программ необходимо учитывать мнение населения, проживающего на территории. И тогда, когда вот мы особенно в Якутии с оленеводами разговаривали, вот я непосредственно, мы за 2 часа отлетали на стойбище зимнее, я прямо спросил оленеводов, когда вы можете доверить свободно стадо оленей подрастающему. Он говорит, если родился с нами в юрте и живет с нами, в 10-летнем возрасте доверим. Если он родился и воспитывался, будем говорить, в интернате, в школе там, и в 14 лет посмотрим, может быть, и не доверим. Представители от науки не разделяют оптимизма по поводу тех прогнозов, которые дает Минвостокразвитие. В частности, профессор МГУ Наталья Зубаревич выступила с резкой критикой. По ее мнению, миграционный отток существующими мерами не остановить. Они могут помочь, они могут простимулировать, они кардинально ситуацию не меняют. Вот и все. Смертность, ожидаемая продолжительность жизни у нас действительно улучшилась, правда. Но нам нужно не просто долголетие, а здоровое долголетие, чтобы люди были трудоспособны. На этом фоне Якутия показывает гораздо более положительные результаты. Смертность на треть ниже, чем на Дальнем Востоке и в среднем по стране. Рождаемость и продолжительность жизни растет. Все это мы связываем, конечно, с тем комплексом мероприятий, которые правительство Республики на протяжении последних лет реализовывала. Я напомню, в 2009 году была принята концепция социально-демографической политики, где, собственно, вот ряд и комплекс мер был сформулирован и в дальнейшем реализован. Модератор сессии, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок предложила рассмотреть и другим регионам. Стас Михайлов, НВК Саха, Владивосток.